ищу богатую женщину в целях создания обеспеченной семьи. Лучше всего, если это будет девушка женского пола, без вредных мужских привычек. Немного о себе. Родился в семье честного труженика, вырос в семье уголовника. Из родителей помню только соседей и участкового. А гинекологическое дерево моей семьи корнями уходит в глубину веков. В детстве был филателистом, особенно увлекался зоофилией, за что я получил первый строк. По национальности подхожу многим народностям, даже прослойкам. Характер к спиртному неустойчивый. Однако с похмелья могу применить силу воли. При росте 152 кажусь со стороны очень стройным. А таких, как я, говорят, мал клуб да вонюч. Глаза голубые, уши синие, нос красный, мыши черные. В сексуальном вопросе высоко эрудирован. Не раз проходил лечение в кожвен-диспансерах. Пол юношеский без примесей. К сексуальным большинствам не принадлежу, однако предложения поступали. На здоровье не жалуюсь. Если убрать костыли, то буду казаться спортивно подтянутым. Образование. Слегка начатое среднее. Склонен к умственному труду. Два раза поступал в ПТУ. Провалился на сдаче документов. Увлекаюсь стихами Антона Павловича Пушкина и восточными единоборствами. В частности, Камасутра. По гороскопу Кизарог со стажем. Таша совместим со всеми, кроме недоношенных. Из вредных привычек иногда ношу очки, хотя зрение 100%. Сейчас, в силу сложившихся обстоятельств, в очередной раз лишен свободы, так что жильем на ближайшие 5 лет обеспечен. Однако соглашусь на переезд. Девушек, разменявших 8-й десяток, прошу не беспокоить. Коллективные заявки рассмотрю вне очереди. Фотографии присылать в обнаженном виде профиль ANPAS. Подробнее расскажу о себе. Предоставлю отпечатки пальцев на очной ставке. Писать. Поселок зонного типа. Психиатрическая клиника строгого режима, абонентному номеру заключения 7Б.